хочу его простить и стать свободной. Простить своего отца и принять его за то, что он есть. Я не могу больше без тебя. Я умоляю тебя. Я очень хочу, чтобы ты был в моем сердце, чтобы ты у меня был. И когда в твоем телефоне спустя 38 лет появляется контакт, где написано «папа и сердце», ну вот если бы кто-то мне об этом рассказал, я бы никогда в это не поверила. И ты знаешь, он пошел мне навстречу. Я ему за это очень благодарна, за то, что он меня принял. Он прилетел в Москву со своей женой, и мы там с ним увиделись. И вот то, что я говорила, самое важное на этой встрече, он сказал мне, я никогда не думал, что у меня такая дочь. И это те слова, которые, сука, я ждала 39 лет. Я пахала, я себя не жалела, я убивала себя, я делала все, что угодно. Просто для одного, для того, чтобы услышать от папы, что всего достаточно. И ты знаешь, в этот момент меня отпустил. Меня отпустило навсегда. И я поняла, что мне больше надо быть никакой, ни худой, ни крутой. Я наконец-то могу быть собой. Принять себя такой, как я есть. И просто кайфовать от того, что есть то, что есть. От того, что то, что я чувствую. От того, что я могу пойти сейчас к тебе, где...